В городском округе завершают проверку образовательных учреждений по факту их готовности к началу учебного года. Подробнее в следующем сюжете. Скоро стартует новый учебный год. Руководителям образовательных учреждений нужно убедиться, все ли готово. В Фокино подходит к концу проверка готовности школ, детских садов и учреждений дополнительного образования к новому учебному году. По постановлению главы администрации городского округа со 2 августа началась приемка образовательных учреждений. Всех образовательных учреждений – это школы, детские сады, доп. Образование, учреждения культуры. На сегодняшний день принято 80% учреждений. Мы сегодня заканчиваем 256-й школой, и завтра будет приемка еще 4 образовательных учреждений. Проверяющие отмечают, что образовательные учреждения к Новому году готовы. Незначительные замечания, возникшие в ходе проверки, будут устранены в течение месяца до начала учебного года. Замечания, вынесенные ранее пожарной инспекцией, также устраняют. Да, мы их устраняем по мере возможности. Ну, я думаю, что все замечания будут устранены. Комфортные и благоприятные условия обучения являются важной составляющей образовательного процесса, что в конечном итоге определяет высокий уровень знаний обучающихся. На достаточно хорошем, высоком уровне у нас находится качество образования и в дошкольных, и в образовательных организациях.